Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Выбивает электричество. Это что за день? Это он! Попробую прикрыть тебя сверху.
со света. Короб опять затек, что ли? Выбивает электричество. Ты в порядке? Вот подонок! Началось! Прикрываю! Получай, подлюка! Включенной глушилкой на верхотуре. Thank you.
Рамон. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Артём, попробуй через яму, только осторожно. Так точно, Миха за ним присматривает. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Но вообще, товарищ капитан, вот там какой-то... Группа А, доложите готовность. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Потеряна связь. Внимание, противник! Эй, наверху! Что это там? Бояться мне нечего. Он один. А? Да где же он? Тебе
тебя заметили. Прикрываю. Охрана сбежать не даст. Надо от них как-то избавиться. Артём, рядом враги. Разберитесь с охраной, пожалуйста. Thank you.
Перед смертью не надышишься! Выходи уже! Что-то там наверху есть! Мёртв! Тревога! Нас атакуют! Да что ж такое происходит, бля? Артём, бежим к Ермаку! Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. На шум вся база сбежаться может. Вот он! Смотри, Тёма!
Шум, вся база сбежаться может. Круг. Артём, время на исходе. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Мы вырвались!
Убийца с двумя сообщниками. Прием. Понял, база. Конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Ребята, вы что тут делаете? Вот так добрый полковник, вечер. Это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они помолчи. В Артема стреляли! Как вы Они... тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло, наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ, там, в котловане, люди из других городов. И да тут их всех, молчать! Всех женщин, потом детей. Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне, не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня. Он же наш... своих не бросает. Если мы не верим, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артем, пошли выйдем на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всего! Остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешано. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все сказал. Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Все, останавливаемся! Но тормоза тут не к черту! Ермак, начинай избавлять ход! Пусть думают, мы послушались! Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно, разумный человек! Гранатами мы им только краску поцарапаем! А если их внутри? Взрывчатки маловато! Разве что всю в топку им засунуть! Товарищ полковник, разрешите мне! Добровольца здесь назначаю я! Пойдет Артем! Почему Артем? Он эту кашу сварил ему и расхлебывать! Артем, как ты тормозил, прыгай! А я этого пока отвлеку! Ты что ли, Яков Борисович? Я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так мы просто отъехать решили, от эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь, отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство! Ты охренел, паскуда! Меня предатели!
А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой и правдой, кровь пилили! Врагу продался? Они нас сосла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду, всегда! Я сдохну, если надо, за родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Я как-то надеялся, что обойдется. Как чего? Паровоз урода какие-то угнали, из Москвы дёра решили дать, вот и ловим! Больные, что ли? Куда дёрнут-то? Нет же нифига кругом. Ну, бля, молодец. Есть, всякое есть. Под дрейфом просто. Да? Что такое? Сдаюсь, сдаюсь! Только не убивай. Нет. Yeah.
дорога! Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах.